Болгарка осталась на первом месте. Вера Сыщина даже с потерей удержалась на втором. И на третьем Елена Ткаченко. Попытка сделать элемент Ирины Чащиной. Бросок с акробатикой на полу. Упражнения были проблемы с равновесием. Сначала из заднего равновесия упала, затем в повороте не удержалась. Симона Пейчева заняла 4-е место на чемпионате мира в Мадриде. И вот в свете этой дисквалификации она может получить серебряную медаль. Но Симона сказала, что мне эта медаль не нужна. Мне намного дороже мое 4-е место.